ребята, иду в катакомбах в неизвестном направлении. Вы только посмотрите, что здесь такое. По лестнице. Страх. Смотрите. Ох, куда я забралась. Ужасов первое место. Смотрите, ребята. Смотрите, ребят, какой ужас. Такие катакомбы. Под землей я. Там такой город. Смотрите, сколько здесь лестниц. И здесь лестница. Меня ждут. Ой, как страшно. О, смотрите, ребят. Подвал. Посуда какая. Ой, куда я зашла? Смотрите, ребята, какие ступеньки. Здесь как из-за угла. A můžeme se zase posunout dál, když si řekneme, jak se to celé kopalo. Представляете, во время эпидемии жили с землей. Вот так вот. Dříví, to dříví se zapálilo a ve chvíli, když ta skála byla dostatečně rozžavená, tak jsme ji podali studenou vrchu. Mě vlastně za nás, když ten kamen tou teplotní byl roztažil svým rozkázkám, tak jsme dali jako zaníky, rozžavené kamenky. My jsme navlášili do hry, koupili jsme do těch prasky a si to třeba jak pokmalo a rozstavilo ten kamen. Dá
больше никого, потому что там разделали зеркальники, да, там вакуум плачем. Да. Но с тобой было ручное. А вирус это, соответственно, уже нарупало. Если это был некий вещи, как мы баловали, как все получил нас на полку столу, на нас на полу певнени. Я мам на вас летком такое две отаски, как склоняя, если будете. Правильная отаска, если будете и вдруг все целое то вообще под земли попало. Так, за ним стены и Ой, ребята, хожу, брожу, так жутко не могу. Эти скелеты, которые кричат, катакомбы, страх божий. Ой. To jsem říkal, já mám tová chleba, podobně mi už se třeba používá na dálnici, když jedete a stále se vám večer, že ty prvě jako vysvítí. Tak to je tím, že ta barva se míká s takovýma drobnýma skleněnýma kuličkama. A to je to stejné, že posvítí to vlastně na ty kuličky, oni se vám jako rozsvítí. Tak první z pomyslí, kterou uvidíte, je obří hlava. Jestli v tom podobu můžete vidět, protože těch je na naši... Thank you.
Ой, самый кулюц убьет. Ой, как страшно. Ой, маленькая женщина. Ой. Ой. Господи. Мой год. Ой, смотрите, лежит натуральный. Страшно тут, как? Ой, вот там еще кто-то стоит. Ты что, справа, что ли? Смотрите, настоящая какая. Ой, боже мой. Да. Смотрите, алхимики. Вот, ребята, какие ужасы. Ой, какие ужасы. Чтоб я еще раз сюда пошла. Ой, страх, но любопытство. Видите, я под землей хожу, ребят. Это подземный город. Со своими демонами, со своими привидениями. Napojené na kominy zdejších domů, takže nešlo poznat, jestli se kouří z baráku, anebo jestli tady něco pod ním. No a švédi trnuli do Znojma, nikomu to nenašli, tak si řekli, že to přeskví, uvedli do postelí. Někteří opravdu našli ty kory do toho podzemí, tady už je znemští kraply, to je v těch spodních vodách, ale zase tady nechali naložené jako burky. Přičemu se vytáhli nahoru, pohodili na náměstí nebo uložili do postelí a švédi se ráno probrali. Viděli své druhy mrtvé bez známek násilí, samozřejmě se zalekli, že znojí moje město jen duchů a potáhli zběr brn. В фильме ужасов я нахожусь. Ребята, спускаемся еще на один уровень вниз, на второй же уровень. Еле пролезла в такую щелку. Наверное, здесь все-таки есть что-то страшное. Экскурсовод, я иду самое последнее, снимаю видео. Экскурсовод всегда ждет меня, когда я подойду. Значит, чтобы я не потерялась. Смотрим дальше, ребят. Иду, ребят, самое последнее. Кто за ногу цапнет, это будет полный пиздец. Смотрите, иду еще ниже. Мандрак.
какая. Вот куда же меня тянет? Господи. Смотрите, как он проходит. Смотрите, еще ниже спускаюсь. Смотрите. Ой. А иду самое последнее. Выбраться отсюда живым. Фильм ужасов покурит. Вот люди. А я ж, блядь, иду. Самое последнее плетусь. Ой. Да. Если бы я здесь одна, конечно, была. Одна. Я бы... Я бы с ума сошла, наверное. Меня после посещения одной в психушку бы отправили. Смотрите. Здесь люди пытали, наверное. Клетки. Фу, воняет как. Tady máme takový další případný obranný mechanismus. Říkáme mu okénko, když to mohli sledovat i nepřátelské galoše, jak se vidíš dolů. A ve chvíli, když se zpěru, protože žádné základy, to nebyla žádná stěna, nacházela se tam studna. Oni vlastně Švěda skoupili dolů a on se má usil. Ale tam Ух ты, блядь. Ох. 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 Господи. Вот такие катакомбы. Ой, туда не пойду, туда нас не ведут. Адреналин зашкаливает. Ну вот, ребята, сходила я. Сейчас еще вот на эту вот башню пойду. Сходила я. Прикиньте, 7 метров, ой, устала, 7 метров я спустилась под низ, в катакомбы. И вот такое, что я там увидела, я вам показала. Конечно, адреналин зашкаливает, и такие узкие проходики, и последнее не стала снимать лабиринт. Народу человек 15 нас было в группе, вот. Я устала. Очень-очень. Нахожусь я в Чехии, в старинном городе Снайме. Так, дождь идет, пасмурно, ребят. Ну все, с вами была я, Елена Березкина. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.